Меня зовут Микей. Настя Каменский. Меня зовут Дмитрий Монатик. Я украинский музыкант. Меня зовут Алексей Потапенко. Я продюсер из Украины, город Киев. Меня зовут Катя Осечи. Я телеведущая и журналист. Меня зовут Юрий Горбунов. Я украинский телеведущий и кинопродюсер. Это я, Лилия Подкопаева, олимпийская чемпионка. Привет, это я, Лена Кравец. И сейчас просто факты, которые наверняка не совпадают с тем, что вы слышите по телевизору, но это та реальность, в которой мы живем. Россияне. Да, наверное, вы находитесь где-то в обмане, смотря российское телевидение, читая российскую прессу. Но весь мир, мне кажется, уже на других планетах знают, что происходит в Украине. 24 февраля на мою страну напала Россия. Вы просто обязаны знать правду. Правда заключается в том, что Россия – агрессор. Россия развернула не спецоперацию, а полномасштабную войну. Ракеты ударили по Киеву, Харькову, Одессе, Краматорску, Мариуполю. В 9:46 русский снаряд попал в жилой дом в Харькове, другой – в центре Умани. 6 людей погибло и 12 ранено в Броварах. Еще 18 жертв воздушных ударов в Одессе. Российские войска прорвали государственную границу Украины и Киевской области. Начались бои в Сумах. Харьков стоит до сих пор. Херсон, Одесса, остров Змеиный. Все эти территории наши. Спокойные территории с мирным населением сейчас обстреливает и уничтожает ваша армия. Ваши сыновья, российские и белорусские уже матери. Ваши сыновья убивают мирных жителей. Бомбят Киев, бомбят Харьков, всю Киевскую область. В плен попадают ребята 2002 года рождения. Вы для этого их рожали? Вы для этого их воспитывали? Вы такого будущего им хотели? Украинская армия будет биться до конца, защищать нашу Родину. Я хочу призвать всех матерей России, всех россиян. Говорите, не молчите. Ваше слово имеет значение. Остановите, пожалуйста, своего президента, пока не поздно. Когда вас много, вы несгибаемы. Вас нельзя победить, когда вас много, потому что их меньше. Я знаю очень много людей, публичных людей с украинскими паспортами, которые сейчас молчат. Не молчите, говорите. Останавливайте убийцу, остановите Путина. Это в ваших силах. Вы будете дальше сидеть и смотреть? Делайте что-нибудь. Стоп агрессору! Стоп Путину! Стоп войне! Не молчите. Одним постом stop the war, остановите войну. Вы никак не поможете. Вами манипулируют русские люди, вы слышите? Манипулируют. Не дайте это сделать. Это война. Сейчас погибают наши мирные жители и разрушаются потрясающие родные города. Каждый из нас воин. Воин на своєму місці. І я впевнений, що кожен з нас переможе. Слава Україні!